Так, здорово всем, здорово, танкисты, с вами Левша, я сегодня поеду ранговый, второй дивизион. За стрим надо сделать второй дивизион. Вот, давайте все покажу, в общем, вот ранги. У меня выполнено сразу, ну, я с первого на второй ранг перелетел. Перелетел еще на том стриме, когда я 15-й брал. Я брал, там умножились у меня шевроны, и сразу я вот с первого на второй перелетел. Вот. И у меня 14 призовых боев, это говорит о том, что я буду выполнять на разные техники. Вам интересно в любом случае, чем одного чифа наблюдать. Начало такое, что никакое. Они типа думают, что проезжать там... А... Ой. Сори, сори, сори. Извини, я не хотел, но я правда не хотел. Ты себя чё, серьезно? Я правда не хотел тебе этот, мешать тебе, друг. У него жопа, наверное, сгорела на меня, да? Не, ну я по-свински поступил, конечно, но... Я честно, я не думал, что туда кто-то поедет. Я еще подумал, вы что, реально верите в то, что туда кто-то поедет? И кто-то же поехал, да? Скажи, как твоя связь связана с мартом месяцем? Я тоже астматик понимаю. Но у меня было осложнение, тебе говорю, вот, в начале, наверное. Ну, когда... Ну, я просто... Ну, это немножко другим. Это я просто простыл, пошел под придурок зимой. В конце февраля здесь холодно было, в принципе, ночью. В Минске. Я пошел гулять, был дождь, промок насквозь и, короче, ну, как бы стримеры, здоровье, так себе, хлюпенькие такие, дохленькие. Но я до этого и не помню, я за последние там пару-тройку лет болел, прям по пальцам пересчитать пару раз. Вот. А так, не, пока нормально что-то. Вот в Астрахани мне прям тяжело было каждую весну и лето начало. А здесь как бы нормально, потому что здесь не так цветет, как в Астрахани. Все подряд. Вот это я... Вот это плохо я сделал. Надо быстрее, там фошки, да? Да какой БК? Да какой БК ты мне сломал? Я не смог труп сделать. Я, скорее всего, ну, типа, защитил шеврона. Я не потерял, но защитил. Ну, то есть ОЛТ должен уезжать. Так. Упс. Да ну нахер. Ну чё, вы собьете, нет? Сбейте! Сбили. Следующего. А, это светился или нет? Ой. Короче, такой странный бой. Я вообще не понимал, что в нем, что происходит в нем. Я типа настрелял 3300, 1482 он светил, один фраг, может быть, я получу. Дополнительно. Но если они сейчас базу захватят. Ну, да, да, да. А, нет, обогнал меня какой-то пацан. Ну, защитил хотя бы. Обогнал, обогнал, да. А что он сделал такого в бою? А, бабаха, бабаха, бабаха. А чё он сделал такого в бою? Но на бабаха нарваться я не хочу. Ничего я не хочу. Бадабадабадабадам. Бадабадабадабадам. Не, ну просто... А вот и бабах. Поэтому я ТВП прожито убью просто. А, сзади ТВП? Ёпра, все, я встрял. Блин, в какое говно заехал? Вот я придурок. Я ехал-ехал. В этот момент я решил поехать на ТВП. Лучше бы на Леопард заехал. А хотя нет, я так-так умер. Да ой, я так и за концовку запоролся. Надо было сразу ехать на прожито, просто его убивать и все.
Или через верх на ТВП. Короче, ни туда, ни сюда, в итоге один шеврон максимум получу. Ну, хотя бы на два умножить. Все, строго максимум. Ой. Охереть меня. А я, мы здесь вдвоем. А я, мы с тобой, все, вдвоем. О, братишка, все, это конечно, держу в курсе. Не, ну это да, это конечное, вдвоем. Ну что делать? Будем умирать. Что-то нас вообще здесь народ не поддержал, так сказать. А, мы живем до тех пор, пока они не въедут, скажем так, вот. А хп я, конечно, все растерял, это мама не горюй. Ну, да, здесь, короче, здесь, ну, это залитый полностью бой. Я поехал просто, надеюсь, что СТБ настолько жесткий, и хотя бы, можешь, ну, нельзя было туда ехать, скажем так. Как здоровье? Ну, как сказать, как здоровье? Жирноват, это плохо для здоровья. Спина убитая в хлам. Отсутствие нормальной гибкости, это тоже не очень хорошо. Довольно пассивный образ жизни, что в целом сказывается на быстрой уставаемости организма, причем я особо-то ничего не делая. Вот. Короче, на здоровье я немножко подзабил, но это херово. Вот, а заняться им все никак, мотивашки не хватает. Ой, хорошо-то как залетело. Арта, вот как тут собак сведен. Не дает пострелять. Нормально пока. Ой, да вы серьезно, что я в жопу своими фугасами? Какой-то, да? Ребенок, идите вы нахер своими фугасами. Ну серьезно, что ли? Еще минус командир, да? Сюда смотрит водитель по губам. Ты что, серьезно? Ты прям вот хочешь напасть на меня? Да иди ты, ну вы, ты дурак что ли? Я не понимаю, на 279. Ой, это я зря получил. Блин, какая альфа вообще, просто красота. Че я починил? Желтую гусеницу, придурок. Катки отлично залетело. Артоводишка, правда, сейчас. Да! Подожди, ну секунду, подожди просто. Вот чуть-чуть ниже спустись и дай шот прожета. О! Ну тут залетел хорошо шотик, но я все в ангар могу уйти, да? Так, что у нас? Ну, наши должны побежать. Ой, да и пошли вы в жопу, артоводы. Нормально, в принципе, 6 дюй, я же говорю, танчик ничего так в этих. Конечно, глянет он. Нет, гляну. Ну просто интересно даже, что за. Блин, ну. Мужик. Да ебарсы ты. А у нас все в говне. Отлично, урон распределили. Чиф, помоги! А почему их артоводы помогают?
Ой, хорошо, вот это помог, ты помог. Дай шотик, мужик. Потом лови, 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 снаряд, лови, 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 снаряд, лови, лови, лови. А. Да блин, я сам заливаю, да? Это же отошел. Артов пометил ли? Ой, хорошо, ты как его встопнул-то в тему. Да пошел ты в жопу! Блин, я сам залил, я опять шот ни один не пробил. Вот это просто, вот смотри. У нас драка шла от секунд 50, там, тебе что делать, сложно приехать. Ну реально, это просто, вот тебе сложно туда заехать. Вот, а потом говорит, вот из кустов стримеры, да при чем тут стримеры, посмотри, стоит мудень просто. И смотрит хер знает куда. Чего он туда смотрит? Блин. Ну что, все? Лалка сосать, как говорится. Да нет, ты пристрелил хорошо его. Неадекватный стример такой. Обезьяна. Толпа! Выстрелил мне в сердце. Как ты мне попал, блин, ты посмотри. Ну да, здесь картон, конечно. Поздравляем, второй ранг. Первый дивизион. Начислено призовых 13, а у меня еще осталось сколько? Да, а еще 2 осталось. Так, ну что, мои дорогие друзья, а на кране я потерял, да, вот, шеврон потерян. Я единственный раз, когда потерял шеврон, я так понимаю, на кране. Один раз за весь стрим, один раз шеврон потерял. В итоге какой у меня результат? 237%. Тут 200, тут 237 и общие 183. Это неплохая, кстати, общая считается, по идее, да? Все, всем пока. Спасибо за лайкосы, за подписку. Все ссылки в описании под стрим. Подписывайтесь на склад, группу ВКонтакте, второй канал с нарезками. Ну и не забывайте жмякать лайкосы.